Всех приветствую. Продолжаем рассматривать картины художников, знакомиться с их автобиографией. Жорж Лемен, бельгийский художник, неоимпрессионист, член общества 20. Жорж Лемен родился в семье архитектора Схарбики, неподалеку от Брюсселя, 25 ноября 1865 года. Он с детства был близок к искусству и некоторое время обучался в специальной школе рисования. В начале 1880-х годов, будучи подростком, он познакомился с работами Дега и Тулуз-Лотрека, оказавшими на него большое влияние. Лемен начал писать картины приблизительно в 20 лет, демонстрировал свои работы на выставках в Брюсселе и Генте. В 1888 году он присоединился к художественному обществу «Левингт» – «Двадцатка», более известному как «Общество 20», в котором числились такие известные художники, как Жорж Сюра, Камиль Писсаро, Джеймс Уистлер и другие. Я пользуюсь переводной Википедией. В этой группе он познакомился с живописцем Тео ван Рейсельбергом, который и открыл для Лемена неоимпрессионизм. С этого момента Лемен работал исключительно в стиле пуантилизма, изобретенного Жоржем Сюра. Художник участвовал в выставках Салона Независимость в Париже, выставлялся и в других городах. Он продолжал писать пуантилистическим способом до 1895 года, после чего решил оставить пуантилизм, чтобы внести свой вклад в развитие бельгийского арт-нуво. Он создал множество книжных иллюстраций, плакатов, керамических изделий, ковров, рисунков, пастельных и гуашевых работ в этом стиле. Умер 5 июня 1916 года в Брюсселе, Бельгия. Вот так вкратце из переводной Википедии о бельгийском художнике-неоимпрессионисте Жорж Лемен. Пока-пока, до свидания.